Друзья, всем привет, всем доброе утро. Я дома. Сегодня ночь переночевала здесь. Ну, так как сейчас утро, надо что-то приготовить, покушать. Думаю, хочу приготовить кашу. Изначально хотела яичницу, но что-то как-то думаю, наверное, может быть кашу на молоке. Приготовила уже тут кастрюльку, молоко. Кстати, у нас здесь так тепло, так здорово. Я даже вчера приехала сюда, открывала окно. Ну, просто здесь тепло. И сейчас вот у меня окно открыто. Что у нас по градусам? Смотрите, 27 градусов. Это вообще здорово. Я, правда, не знаю, как будет потом. Ну, например, там зимой. Но сейчас вообще здорово, тепло. Я носки не одеваю, хожу в шортах. Да. По сравнению с тем, что было у нас в прошлом году, в этом году, ну, сейчас тепло. Прям очень-очень, прям радует. И это что? Это вот новые батареи. Папа здесь убавил. Они такие, знаете, ну, теплые они. Теплые, не сильно горячие. Я не знаю, как тут крутить и вертеть, правда. Ну, мне ночью даже было жарко. Но так как я не знаю, что здесь, куда, в какую сторону, я не стала ничего крутить так. Вот такая вот у нас за окном погодка. Ветер. Снова ветер. Здесь всегда ветра. Наверное, холодно. Что-то вон люди ходят в капюшоны накинутые, в шапках. Кстати, открыли эту, как, вот так вот, да, вот дом строится, ну, строился он, уж построен, здесь был забор, открыли, убрали забор, теперь детскую площадку в соседних дворах видно, а кто-то там, это, окна моет, вот, цветочки мои все растут, ладно, надо будет что-то готовить, не что-то, а кашу надо готовить. Сейчас позавтракаю. Время? Сколько время? Ну, где-то, наверное, уже 12 час. На микроволновке не выставила время. Ну, где-то примерно 12 час. Хочу съездить в Мегу. В Мегу хочу съездить. Посмотреть все-таки обувь себе. Ботиночки. Все, брызгала. Нормально. Ботинки хочу посмотреть, если там что-то будет, то надо. Я забыла, как включать. Пусть закипает. Главное, чтобы не убежало. У меня всегда молоко убегает. Приготовлю кашу, наверное, что у меня тут есть? Ну, овсянка есть. Хлопья вот такие вот. 4 злака. Варить 10 минут. И приготовлю. Никто там еще не завелся. Нормально. Сегодня с утра уже. Сверлят, долбят. Спать не дают. Ну, меня, кстати, Олег разбудил. Позвонил, говорит, хватит спать, просыпайся, а то опять будешь говорить, что у тебя все выходные прошли быстро и незаметно. Ну, проснулась. Пока то все, машинку сейчас запустил, стираются вещи. Вот. Ну вот, как я и говорила, у меня всегда на этой плите молоко убегает. Стоит мне только отвернуться, все, оно убежало, блин. Ну, ё-моё. Ну, это, как её называют, эту плиту-то? Индукционная, ну, как бы, да, она прям это, хорошо. Быстро нагревается и быстро, наверное, готовит, я не знаю. Но молоко у меня убегает всегда. Блин. Вроде бы и смотрю. Только отвернулась, поворачиваюсь, все, она уже все.
бежит. Ладно. Блин. Блин, блинский. Блин, сейчас надо протереть кастрюльку. Мой очень вкусный завтрак готов. Овсянка. Правда, я не очень люблю вот именно такую овсянку, которую крупную, помельче я люблю. Но какая есть, такая есть. Сейчас положу сюда маслице, добавлю. Сливочного, чтоб вкусненько-то было. Так. Чуть мало. Так, маслица добавила. А, вчера покупала сыр Маздам и порезала Маздам. Так захотела сыра Маздама, давно не ела. Ну, знаете, еще когда он вкусный Маздам-то этот был? Когда еще до санкций, до этих всех, да? Вот тогда он вкусно был. А сейчас какой-то не очень. Вот брала вот такой вот сыр. Ну, что-то как-то вообще не то. Как-то не Маздам совсем. Вот. Ну и колбаска тут сырокопченая. Кофеечек сделаем. Так, батончик. Сейчас покушаю. Кофе, кстати, тоже закончился. Блин, последнюю вот. Ой-ой-ой. Последнюю ложку насыпала и все. Конфетки у нас тут даже есть. Ой. На всякий случай, я чуть даже и забыла, что у нас конфетки здесь есть. Ну все, поем да пойду. Главное, чтобы дождя не было. Пока нет. Ну, что-то как-то совсем вот пасмурно. Как будто бы дождик будет. Возможно, даже будет тоже. Посмотрим. Вещи уже развешу. Машинка постиралась. Фильм смотрю. Ну, как смотрю? Типа так смотрю. На фоне он у меня. «Морские дьяволы». Мой завтрак. Сейчас еще молочка надо добавить. Ой. Ой-ой-ой. Смотрите, мои кроссовки летние. Где они у меня? Где? Где? Вот они, розовые. Летние. Хожу в летних кроссовках. Они у меня в сеточку, представляете? Я Олегу сказала, что ну, в летних кроссовках хожу. Он мне каждый день названивает и спрашивает, купила ты себе ботинки или не купила? Показывай, где фото? Давай, фотоотчет. А я не покупаю, потому что ну, вот мозоль-то еще не зажила. И мерить, то есть ты не понимаешь, то ли это мозоль у тебя болит, то ли они тебе просто не подходят по размеру. Ну вот сегодня пойду померю, потому что все. Это вот вчера у нас так тепло было, тоже так хорошо было. Но вчера у меня такой сонный день был, я сюда приехала, думаю, я пораньше лягу спать. Угу, легла я пораньше, где-то я в час ночи легла. Я за какой-то там фильм вцепилась, блин, и смотрела его. И то не досмотрела. Думаю, все, надо ложиться спать. Не надо больше ничего смотреть. Все, девочки, мальчики, друзья, всем приятного аппетита. Кто кушает, кто за столом, ну все. Мне тоже приятного аппетита, буду кушать. Смотрите, кто там. Это летучая мышь. Представляете? Спит. Я вчера заходила сюда, смотрю. Висит, думаю, сегодня, если пойду, то вам сниму. Спит. Не пойму, это задом жить она спит, да? Непонятно. Ой, у нас тут так двери скрипят, как это, в каком-то склепе. Страшно. Ладно, пошла я. Нагулялась по магазину. Иду домой. Смотрите, какое небо. Похолодало немного. Уже вечер. Долго я ходила, конечно. Кстати, я купила
Вот, да, сейчас приду, покажу вам, что я купила. Какие ботиночки. Деревья какие уж желтые, да? Я проезжала вот от Меги, там прям так здорово, так красиво, все желтое, зеленое, в лесу красное, прям вообще красота. Ну, здесь тоже красиво, желтенько так. Ветер, ветер. Ладно. В общем, иду я. Я капец как замерзла. Это вообще... Ну, тело-то у меня не замерзло, у меня замерзло... Замерзли уши, там такой сильный ветер, прям сильный и холодный. Уши прям очень сильно замерзли. Прям, блин, не простыть бы мне, а? Ветер прям холодный-холодный, наверное, северный какой-то. Не знаю. Мышка, кстати, там летучая-то до сих пор висит. Мне интересно, а они что там, ну, как, они в спячку, что ли, ходят, или что? Или что? Не знаю. Ой, жарко. Домой зашла. Дома душновато. Сейчас открою. Знаете, такое небо... Но камера не передает. Такое небо, как будто снег пойдет. И ветер такой прям ледяной. Что? Сейчас я, в общем... ну, переоденусь, наверное. Хотя нет, я, наверное... Сейчас я вам покажу. Ну что, будем смотреть? Блин, так неудобно, когда нет высокого штатива. У меня низкий, приходится приседать. Я думаю, вообще, мне нужен, наверное, еще один штатив высокий. Я уже присмотрела, ну, на Озон заходила, присмотрела там штатив. Думаю, чтобы один здесь был, ну, высокий штатив, а другой там, у родителей. В общем, что? Купила я ботиночки в Саламандре. Если честно, не понравился мне магазин Мега в том плане, что, ну, нет там как-то разнообразия, что там мало бутиков, там в основном вся, ну, одежды, обуви там мало. Мне как-то больше нравится Космопорт, либо это, Аврора. Вот, гудят. Смотри, там как-то побольше, что ли, выбора. Я не знаю, что я туда поперлась. Ну, купила. Мне нужна была обувь кожаная. Так как у меня ноги болят, в общем, там, тра-та-та, ля-ля-ля. Ну, в общем, проблемные ноги у меня. Да еще тем более это травма. Ну вот, ну что ты сверлишь? Я тут снимаю. Вот. Вот такие вот ботиночки. Обычные, прям вот, прям обычные ботиночки. Всегда смотрю на подошву, чтобы она была не скользкой. Кстати, это размер аж 40, они мало мерят. У меня вообще 39 размер. Вот, 39 померила, она мне сразу сказала, что они мало мерят, вам, скорее всего, не подойдут 39. Я говорю, ну давайте все, померим. Я в них влезла, у меня все там скрючилось. Я говорю, точно, несите 40. Ну вот, обычные ботиночки. Вот по стоимости они у меня где? В общем, стоили они 7000, 6999, да, 7000. Мне сделали скидочку 10% и обошлись они мне в 6300, 6299, ну, 6300. Я думаю, в принципе, наверное, нормально. Ну, не 8000. Померила. Ну, хорошо, сейчас я еще примерю. Вот, поэтому я не стала переодеваться. Шнурки здесь, конечно, такие прям вообще длиннючие. Типа их надо обматывать, как типа по-модному. Не знаю. В общем, наверное, вот как-то вот с этими джинсами не очень. А, давайте я еще второй ботинок. Буду сразу. С этими джинсами как-то не очень смотрится. С черными. Так, ну что, вот так вот это смотрится. Ну, наверное, вам не видно, да? Ну вот. Так получше, да?
Смотрите, какие ботинки. Ой, ботинки, говорю. Шнурки длиннючие. Не видно вам, наверное. Они типа вот так вот здесь обматываются. Типа по-модному. Вот. Ну, с черными джинсами пойдет. Главное, знаете, вот вроде как вот все у меня в пятке нормально, ничего мне не мешает, не давит. У меня вот здесь вот на пятке, вот где мы обычно мозоль натираем, девочки меня поймут, вот там вот у меня травма, и поэтому мне очень тяжело подобрать теперь обувь. В туфлях я теперь вообще не хожу, потому что у туфлей задник жесткий, поэтому более спортивный у меня теперь видок всегда. Вот. Ну ладно. В общем, вот такие вот... А, подождите, еще вот что купила. Ну, чего я, блин, такая? Вот. В общем, вот такой вот гель для душа. Вот такой гель для душа. Пахнет вообще вкусно-вкусно. И вот такой. Это, в общем, лимон и базилик, вот этот вот. Такой свеженький аромат. А вот это вот, знаете что? Это вот... Сейчас я вам скажу, что... А, органовое масло какое-то. В общем, органия и роза. Вот. Ну, тут написано, нарисован. Пахнет. Пахнет вообще, девочки. Пахнет вкусно. Ой. Такой сладкий зимний аромат. Прикольно. Ну, а вот этот свеженький. Не знаю, конечно, какой аромат будет, когда намылишься им. Может, и не такой. Ой, не знаю. И купила еще продукты. Вон черный пакет стоит. Сейчас буду разбирать. Надо Олегу отправить фотографию, порадовать мужа, что наконец-то я купила ботинки. Ну, вроде ничего так. Вроде ничего. Нормально. Чуть не забыла, меня же просили в комментарии, ну, комментарии мне писали под видео и спрашивали про мои вот кольца, вот про эти вот. Чуть не забыла. В общем, я отвечаю, мне писала Оля, отвечаю вам, Оля. Колечко, оно вот такое вот, оно, ну, оно как, оно не слитное, да, я не знаю, как правильно называются такие кольца, вот, ну, его можно растянуть на любой размер. А носится нормально. Я к ним привыкла. Не сползают, не слетают. Все удобно. Вот это вот колечко у меня на мизинце. А, кстати, вот это вот кольцо мне Настя покупала на Новый год, дарила. Ну, вот на этот Новый год, да, который был. Ну, это, кстати, не серебро вот это. Это куплено было в Санлайте, это не серебро. Вот это кольцо вообще, оно у меня давным-давно, я еще в Сургуте его покупала, оно тоже, видите, такое вот, ну, размером больше делается. Это я тоже покупала в Санлайте, но это, ну, очень давно. Здесь что-то там нарисовано, ну, вам не видно, скорее всего. Птички и какой-то черный камушек, не знаю, что это означает. Не знаю, вот по поводу этого кольца, не знаю, серебро, не серебро, покупала давно, не помню даже за сколько. Вот, ну, в общем, я вот так вот кольца ношу. Вот это вот колечко у меня серебряное, тоже куплено давно, оно мне очень-очень нравится. Вообще, знаете, оно почему-то всем нравится, и мне тоже. Но оно красивое такое. Вот, ну, может быть, на камеру не очень, но так вот оно симпатично. Так что вот так вот. Вообще, я предпочитаю серебро, нежели золото. Ну, как-то серебро мне больше нравится. Золото тоже есть, но как-то к серебру больше. Раньше носила золото, теперь серебро. А, и кстати, у меня еще вот такой вот новый браслетик. Я даже Насте еще не показывала. Я его купила вот недавно. Сейчас. Вот он. Так он. Красная нитка. И тут написано, чего-то я тут вообще что-то не знаю, что там написано. Это тоже серебряная вот эта штучка. Тут какие-то камушки и что-то написано. Наверное, что-то хорошее написано. Вот. По стоимости оно вообще 300 рублей. Так, купила.
Все? Я не знаю, буду я еще что-то сегодня снимать или не буду. Я сейчас покушаю. У меня в холодильнике стоит вино. Я, наверное, бокальчик вина выпью. В общем, да, знаете, я, наверное, выпью бокал вина, а потом вам скажу до свидания. А может, с вами вино попью, не знаю. Может, с вами покушаю. Я даже не знаю, что мне кушать. Чай, наверное, попью. Или яичинку приготовить. Я вчера яйца купила специально, думаю, с утра приготовлю яичницу. Нет, с утра кашу поела. Больше ничего не ела. В общем, пока я отключаюсь. Капец. У меня беленькая Алазанская долина. Ну, здесь у меня чуть-чуть оставалось. Попьем. А что, тут как раз на бокал. О, ну как раз на бокал, на бокальчик у меня вышел. Свое-то вино еще не готово. Пью покупное. Холодненькое. Вообще люблю красное вино. Ну что-то вот как-то белое стоит в холодильнике. Непонятно почему. Это сегодня же заходила еще в Мегу. О, в Мегу. В Меге же я была. В Икею. Я хотела сказать, в Икею заходила. Думала, что-то вот я куплю. Вот обязательно что-нибудь куплю. Коль уж приехала в Мегу, сначала погуляла. Я, кстати, одни единственные ботинки померила и все, и взяла. Потому что больше там негде было мерить. Заходила в рандеву. Магазин рандеву не для нас, не для нашего кошелька. Там были тоже фирмы Tamaris. Ну, я зашла, говорю, ну, смотрю какие-то ботинки, цену-то не смотрю. Я знаю, что там, ну, дороговато, но есть такая обувь, что, ну, чуть подешевле. Я, ну, подошел ко мне консультант, девушка подошла, я говорю, направьте меня туда, где чуть-чуть подешевле. Ну, она мне сказала, ой, вот эти вот 15 тысяч, вот эти вот 20 тысяч. Вот, я говорю, направляйте меня по моему ценнику, спросила, какой ценник. Я говорю, ну, 1007, вот, примерно. Она говорит, за 7 тысяч у нас нет, вот есть Tamaris за 9 тысяч. Вот, думаю, да нафиг надо. Я лучше просто тогда в Tamaris зайду и как бы там ему и куплю. Ну, те вот за 8 с чем-то они стоили. Но вот эти, кстати, удобнее, чем те. В тех у меня как-то вот я пятку чувствовала, что там что-то как-то вот вроде как ничего, а вроде как ничего. Вот, в смысле, а вроде ничего, а вроде не очень. А вот в этих вот, ну, не знаю, надо походить, вот в этих. Не сглазить бы. Вроде ничего так. Ну, прям вот нормально. Вот. А что? Зашла в Икею. Ходила. В Икею зашла. Ничего не приглянулось. Знаете, что приглянулось? Ну, вроде как ничего мне там не надо, просто. Я хотела там, ну, там какой-то искусственный цветочек посмотреть. Выбора там вообще что-то, ну, видимо, завоза, что ли, не было, или чего, не очень. Что вот мне приглянулось, я все хотела купить вот маленькую игрушку мягкую, там, собака, хаски, ну, она такая небольшая, по стоимости что-то она, мне кажется, 400 рублей, я ее крутила-вертела. Ну, что-то мне понравилось. Не знаю, шла, раз так взяла. Я, кстати, ее в прошлый раз тоже брала, эту собаку. Я все ее теребила. Думаю, взять, не взять. Не стала брать. У меня вон своя собачка есть, да? Ну, может, потом как-нибудь куплю для Лизы. Вот, и все, и вышла. Погуляла, и вышла. Сейчас отправлю Олегу фотографию, пусть радуется. Настя, ты ее отправляла, мы с Настей разговаривали. Говорит, ну, если нравится, бери. Нравится, не нравится, знаете, уже выбираешь так, чтобы было просто удобно. Вот реально. Ну, хочется что-то такое модное, да, ну, а в то же время
Нужна обувь, чтобы в ней было комфортно, чтобы ноги не болели. Вот. Я уже покушала, приготовила себе по-быстрому яичницу, пожарила. Поговорила с Олегом, позвонила ему, он одобрил мои ботинки, говорит, хорошо, что они кожаные, удобные. Вот. Завтра, говорит, обувай их, ну, чтобы понять, как нормально, ненормально. Но я думаю, что я их обую завтра, потому что завтра будет погода попрохладнее, чем сегодня. Ну, конечно, мне не очень нравится с этими синими джинсами, ну, может быть, я их и обую. Одежда-то у меня там, у родителей, вот. Посмотрим. Сейчас буду монтировать видео. Больше снимать-то ничего не будет, потому что время уже 9 час, кстати. Быстро так время прошло. Всем спасибо. Хочу сказать еще раз, что вы нас смотрите, ставите лайки, пишите комментарии. Правда, огромное спасибо вам. Ну, на сегодня все. Всем пока-пока. До новых встреч. Еще увидимся. Пока-пока.